Мурпс – журнал успешных котиков. Бизнес на мышах. Пережиток прошлого. Приносим дохлую мышь хозяину в постель. Разбор реакции. Прогнозы. Влияние на прибыль в мисках. Пропажа вложений из лотка? Воровство или махинации? Что делать, если вложения пропадают регулярно? Возможен ли перенос вложений в тапочки? Санкции и сранкции. Отличия. Разбор нюансов, куда делать сранкции, а куда санкции. Последствия. Кусь. Тонкий инструмент управления бизнес-партнерами. Когда использовать? Виды кусей и их применение. Тыгыдык. Что такое и с чем едят? Тыгыдык в 6 утра – быстрый способ получения прибыли в миску или ждать пинка от невыспавшейся налоговой. Комментарии специалиста. Вложения в тапки. Как правильно вкладывать, чтобы не получить люлей? Твердые активы, жидкие активы плюс фото. Иногда просто нужно, чтобы кто-то приятный сказал: «Хорош загоняться, го обниматься!» И этот приятный – это твой кот. Когда ты еще держишься, но уже чувствуешь, что остался один шаг, чтобы начать орать на пакетик, потому что он не открывается. «Я люблю тебя больше всех на этой планете». «В смысле на этой планете? Вот и вали к своим инопланетным подругам». И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборка приколов с котиками. Погнали! Дизайнеры из Колумбии разработали идеальную кровать для кошатников. Под матрасом расположен кошачий Диснейленд. Дизайнеры из компании CatLife создали вот такую кровать для людей и их котов. Сверху она ничем не отличается от обычных, а вот внизу расположены специальные отверстия. Вот так кровать выглядит без постельной части. Это маленький одноэтажный домик для кота. А вот что находится внутри. Кошачий лабиринт. Так и представляю, как я буду доставать оттуда Силю, когда нам понадобится куда-то ехать с ней. А если кот еще там и нагадит, так потом вонять будет до скончания веков. Хотя кровать можно разобрать, наверное. Но вряд ли это понравится котику. Отец ветклиники показывает нашему коту стадии ожирения. Лайфхак. Перед тем, как давать коту лекарства, сначала дайте ему угощение, чтобы он не ассоциировал его с чем-то неприятным. Кто-то пишет: «Кот написал этот пост». Да, он сожрет угощение и спрячется. Сначала думали, что кот не толстый, а просто пушистый. Но стрижка поставила все на свои места. Как он забавно выглядит. Забрать хот-дог силой, обменять хот-дог на что-нибудь, попросить хот-дог снова, обдумать. Что бы вы выбрали, будь вы котом? Каждый раз, когда я вижу котика на улице: «Котик, иди ко мне, дай мне погладить тебя». Нет. Кто-то: «А ты боишься щекотки?» Я: «Делаю 10 шагов назад». Я: «Нет». Фу, ну и урод, конечно. А, стоп, погодите-ка, это я, что ли? Ученик: «Я не знаю, как это решить». Учитель: «Ну а ты подумай, ученик». Господи, ну и идея, и как же я сам до этого не додумался. Давай сыграем морской бой. Давай. Би-2. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Простите. Срочно бросайте все свои дела к хренам и посмотрите на эту шикарную жопу Манула. Жопку. А потом Манул развернется и такой: «Кусь!» И все. И нечем будет смотреть вам. Поэтому смотрите вот через экран на канале Алексея Совы. Ну вот и вечер наконец. А я запарился пипец. Я лег и даже нету сил вставать. Я очень сильненько устать. Крикнул, а в ответ тишина. Снова. Куча дел у меня. Но неохота мне что-то, ни хрена. Гдыщ. Когда хотел мясо, тебе подсунули какую-то вегетарианскую шнягу. Это чего это? Да, это чего это, так и называется. Мама, ты уже тупеешь за своим компьютером. Я, пишущий курсовую, одновременно слушаю лекцию в зуме. Батя, я в доме хозяин, и точка на этом. Так же, батя. Ну вы не понимаете, это другое. Ну да, котик это другое, котик важнее. Желаете пиццу с колбасой или без? С колбасой. Колбасу я уже всю съел. Тогда без. Клевый выбор, сэр. Этот чудесный бурундучок уснул прямо на коте моей бабушки. Кто пишет: «Это выглядит так тепло и так мило. Я бы хотела быть этим бурундучком прямо сейчас». Или этим котиком. Они оба милые.
Это мои папа с мамой, когда мы болтаем по скайпу. Не, это как раз наоборот, когда сын привел девушку знакомиться с родителями по скайпу, по дискорду. Тот самый изъёжистый друг, который есть в каждой компании. Я хочу рыбу, я хочу мясо, я хочу курицу, я хочу томлёного молодого бобра под чесночно-земляничным соусом. Такое утро Наташа еще не видела. Наташа, вставай, мы создали черную дыру. Мы вообще много черных дыр наделали, Наташ. Нас всех засасывает. Вообще всех, Наташ. Просыпайся, горизонт событий проспишь. Когда никак не можешь открыть чипсики, а потом они такие. Гдыщ. И надо за 5 секунд все собрать, пока микробы не набежали. Рука человека глазами кошек. Опасненько. Овсяные, мои любимые. Да ладно, кот, тебе лишь бы какие-нибудь, главное стырить. Мама удивляется, как в меня влезло 2 килограмма пельменей. Я. А шо к чаю? Один из самых милых моментов, это когда вы уставшие, просто лежите в обнимку и смотрите фильмы. Училка английского. Wednesday. Я. Училка английского. Только не это. Я. Wednesday. Когда твоя девушка с подругами решает, что делать с вашими отношениями, а ты вообще не понимаешь, что происходит. А я вам скажу, кёрлинг был бы значительно интереснее, если бы там изначально был котик. Просто кого-нибудь зовешь такой, пошли в кёрлинг играть, и он такой, а чё это? А ты такой, ну там сажаешь кота на какую-то, и друг такой, все, я в деле. Обожаю этот стиль лечения простуды, когда ты просто постоянно пьешь чай и надеешься, что все само пройдет. Так и лечат простуду. Ну, практически так. Размер запомнил, а фасон такой, как у кота в сапогах. Когда видишь клевый хрустящий листик на земле, наступаешь на него, а он оказывается не хрустящим. Да, или когда зимой идешь, такой видишь замерзшую лужу и такой думаешь, о, ща как фигакну ее с пяткой. Фигачишь, она не разбивается. Сори, но из сладенького сегодня только я. Котик, сиди тут, ничего не делай, просто будь миленьким. Будет сделано, мой капитан. Когда твой шампунь обещает избавить от ломкости, но ты все еще сломлен внутри. Этому ночному городу нужен новый герой. Бэтмяу. Хотел как лучше, но получилось как всегда. Просто она упала. Я хотел поднять, а она сопротивлялась. Пришлось показать, кто тут хозяин. Как идут по жизни? Люди, у которых много связей и знакомых? Я. Ну ты же большой, просто перепрыгни. Когда ты мать школьника младших классов? Мам, еще не спишь? Я просто вспомнил, что мне на завтра задали сшить костюм фаршированного бобра и сделать макет Саратова в натуральную величину из грибовых шишек. Это будет самая трудная ночь. Не все доживут до рассвета. Маша, закрой холодильник. Эти котлеты на завтра. Где саморезы? Если ты про кудрявые гвозди, то в шкафчике. Поверь, размер не имеет значения. Пора уже перестать мыслить стереотипами. Дипломная работа на 5 страниц. Серьезно? Первое свидание. Я люблю Звездные войны. И я. Какая твоя любимая часть? Там, где... Нервно потея. Звезды пошли на войну. 3 моих последних клетки мозга. Хе-хе, хе-хе, ага. Когда я был маленьким, я ненавидел носить зимой шапку. Но вот я вырос и теперь ненавижу вообще все. Когда природа перепутала краски, и вместо сиамского окраса получилось наоборот. Это глупо, шепнул разум. Это небезопасно, промолвил опыт. Это безрассудно, заметило сердце. Бросай все, бери кота и поехали жить в деревню, требовал внутренний дядя Федор. Мелкий я ранним морозным утром перед школой в колготках, которые мама натянула на меня, сижу и пытаюсь понять, как дальше жить эту жизнь. Терпеть. Этот этап надо просто перетерпеть. Почему в глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра? Ну, в сырниках тоже нет сыра. Моя самая сильная способность? Я враг с одним хп. И потом другой враг с полным хп из-за угла такой. Добрый вечер. А ты уже все свои самые сильные способности потратил. С котиками скучно не бывает. Би-би-би, я тебя сейчас по-би-би-бекаю. Котик любит кошечку, птичка воробья. Небо любит солнышко, а я люблю картошечку, да с подливочкой наесться на ночь, чтоб с мяском. А потом еще сладенького.
И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Зацените другие мои видосы. Зацените литературный канал Алены, моей жены, по ссылке в описании, если еще не видели. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.